Итак, это Volvo XC90 с функцией Apple CarPlay. Понятно, что Яндекс.Навигатор добавил приложение в CarPlay, и можно пользоваться без дополнительных устройств. Но речь сегодня пойдет о девайсе, который позволяет смотреть YouTube, онлайн-ТВ, ну и вообще любое приложение. Ничего при этом не устанавливая, не разбирая. Выглядит он следующим образом. Пластиковый корпус, алюминиевая крышка для отвода тепла. Устанавливается за одну секунду, просто достаточно вставить в штатный USB разъем устройство, и оно будет работать. Автомобиль автоматически определит тип устройства, и экран будет выглядеть вот следующим образом. Сразу встречает YouTube, Яндекс.Навигатор, онлайн-ТВ, ну и вообще не проблема какое-то приложение скачать, здесь открытый Play Market, пожалуйста, можно легко это сделать. Управление. Голосовым ассистентом можно управлять с помощью клавиш на руле, штатными, нажимаем, удерживаем. Включи YouTube. Открываю приложение YouTube. Также можно сделать это здесь. GoPro 3. Звук идет полностью в штатную систему. Также штатные клавиши работают. Можно поставить на паузу. Можно включить следующее видео. Можно предыдущее. Далее, из любого приложения можно также воспользоваться голосовым ассистентом и включить, ну, например, Яндекс.Навигатор. Включи Яндекс.Навигатор. Открываю приложение Яндекс.Навигатор. Привет, Алиса! Первая магистральная, поехали! Также у данного Android Box есть... Маршрут построен. Поехали! Поехали! Есть функция двойного экрана. Работает устройство на базе Android версии 9.0. Интернет можно раздавать с телефона, с смартфона, ну или в каждой Volvo есть свой собственный модем, который подключается очень легко. Заходим в настройки сети интернета и подключаем его по Wi-Fi. Вот такое устройство.